Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Сегодня в 8-й школе Кызыла прошла ежегодная военизированная эстафета среди учащихся общеобразовательных учреждений города. Военизированное многоборье, организованное департаментом по образованию мэрии Кызыла, проводится в преддверии Дня Героев Отечества и направлено на пропаганду патриотического воспитания и здорового образа жизни. Эстафета проводится два этапа. Первый этап – это стрельба из пневматической винтовки с положения лежа на расстоянии 10 метров. Этот этап проведен 7 декабря на базе ДОСАВ. А сегодня проводится второй этап эстафеты. Второй этап состоит из других этапов. Это строевая подготовка, сдача нормативов ГТО. Показав свои навыки в строевой подготовке и умению держать строй, школьники приступили к сдаче норм ГТО. Участники команд разделились на несколько групп и приступили к комплексным силовым упражнениям. По словам школьников, подготовка к многоборью была недолгой, но основательной. Готовились 2 недели, маршировали, отжимания, челночный бег, приседания, все и так далее. Пока некоторые участники показывали свое умение в спортивных состязаниях, другие параллельно на время разбирали и собирали учебный автомат. Всего в мероприятии приняло участие 17 команд. Общекомандное первенство определяется по наименьшему количеству набранных очков участниками по всем видам многоборья. Соревнования проводятся в соответствии с правилами военно-прикладного многоборья. Тувинский проект «Кыштаг для молодой семьи» претендует на статус лучшей практики социально-экономического развития. Агентство стратегических инициатив, учрежденное правительством России для продвижения новых проектов, 5 декабря подвело итоги первого этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития имени Салтыкова-Щедрина. Из 500 поступивших на конкурс заявок, эксперты агентства определили 89 практик из 43 регионов страны, которые будут бороться за участие в финальном отборе. В шорт-лист вошли практики, набравшие наибольшее число голосов в жюри в соответствующей номинации, которых всего 7. «Кыштаг для молодой семьи» номинируется по разделу «Развитие сельского хозяйства и создание комфортных условий для развития бизнеса на селе». За выход в финальную часть конкурса вместе с Тувой конкурируют еще 9 регионов – Бурятия, Якутия, Башкортостан, Астраханская, Саратовская, Липецкая, Калужская, Новгородская и Тюменская области. Из них жюри предстоит определить 3 финалистов, а затем и победителя конкурса, который будет объявлен на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года. В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией правоохранительные органы Тувы рассказали жителям и гостям Кызыла о последствиях нарушения антикоррупционного закона страны. Главной задачей акции является формирование нетерпимого отношения в обществе к любым фактам проявления коррупции, правовое информирование населения, разъяснение гражданам ответственности за вымогательство и дачу взятки, а также предупреждение и профилактика преступлений. Также полицейские рассказали, что такое коррупция с юридической точки зрения, какие профилактические меры применяются для преступления, пресечения коррупционных фактов. Отмечается, что за 9 месяцев в Туве зарегистрировано более 70 преступлений коррупционной направленности, что больше на 18% прошлого года. 2/3 этих преступлений связаны с хищением бюджетных средств и использованием служебного положения. Также выявлено 12 фактов взяточничества. Следственным комитетом республики возбуждено более 30 уголовных дел, совершенных в крупном и особо крупном размерах. Мы проводим акцию, посвященную Международному дню борьбы с коррупцией, для того, чтобы граждане знали, какие действия необходимо предпринимать, чтобы противостоять коррупции. А именно, мы раздавали инструкции, пошаговые действия при столкновении с коррупцией, где были указаны все номера дежурных частей подразделений собственной безопасности.
Посетителям с ограниченными физическими возможностями здоровья стало удобнее посещать мероприятия в Доме народного творчества и Национальном театре Тувы. По заявке регионального министерства культуры в рамках государственной программы «Доступная среда» для учреждений культуры республики выделены 2 миллиона 700 тысяч рублей, из которых 2,5 миллиона рублей из федерального бюджета, а 200 тысяч из республиканского. Средства распределены по двум наиболее посещаемым республиканским учреждениям культуры – на оборудование Дома народного творчества и Национального театра Тувы. В театре в рамках предусмотренных мероприятий по программе «Доступная среда» будут работать системы тифлокомментирования и субтитрирования для слабовидящих, незрячих и неслышащих зрителей. Также будут установлены специальные информационные стенды в фойе. В Доме народного творчества уже установлен и работает подъемник для посетителей с ограниченными физическими возможностями. Накануне в Кызылском колледже искусств прошла встреча студентов с полицейскими на тему кражи мобильных телефонов в общественных местах. Кроме того, правоохранители рассказали студентам разницу между украденным и утерянным гаджетом и привели пример участившихся случаев заведомо ложного доноса, когда потерявший телефон, чтобы найти его, пишет заявление в полицию о том, что его украли. Стражи порядка объяснили, что последствием подобного необдуманного поступка может стать привлечение к уголовной ответственности. Сотрудники МВД на постоянной основе проводят подобные профилактические мероприятия. Мы хотим довести до ребят информацию о том, как не стать жертвой преступлений, и о том, чтобы они сами не совершали преступления. Для примера, учащиеся колледжа обыграли с сотрудниками различные ситуации, наглядно демонстрирующие, как и где хранить гаджеты, в частности, в автобусах и маршрутках. Здесь же, на обороте, тут даны небольшие рекомендации, чтобы вы не стали жертвами таких преступлений. Совершаются кражи обычно в общественных местах, в маршрутках, когда граждане просто держат в кармане свои сотовые телефоны. В дополнение, вся необходимая полезная информация, как уберечь телефон и куда обратиться в случае кражи, была предоставлена студентам в виде информационного буклета. В 2018 году расходы на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 279 миллиардов рублей и составят более 7 триллиона рублей. Расходы на социальные выплаты вырастут более чем на 11 миллиардов рублей и составят 981 миллиард, сообщает издательство «Российская газета». Страховые пенсии вырастут на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. И в итоге среднегодовой размер социальной пенсии поднимется до 9 045 рублей. Кроме того, с 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на 3,2%. Также максимальный размер больничных и декретных составит более 60 тысяч рублей в месяц, пособие по уходу за ребенком более 24 тысяч рублей. Что касается бюджета фонда ОМС, стоимость базовой программы в 2018 году увеличится на 21,7% по сравнению с этим годом. И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 29 копеек, евро 69 рублей 93 копейки. Акция «В мире обоев». Новый год с новым интерьером. При покупке от 3000 рублей до 31 января вас ждет новогодний подарок. «Мир обоев. Энергетиков 3». Увидел? Понравилось? Купил! В РБТ.ру ничего не откладывайте с кредитом 0012. Так, холодильник Samsung с функцией Total No Frost всего за 2499 рублей в месяц. РБТ.ру. Е капиталын пажин садып паза тудып алырынга ажыгларынга тузаларбыз. Сез 600-700-500-10-10-10-10. Магазин «Оптика». Огромный выбор очков, оправ, контактных линз, антифар, а также средств по уходу за очками и линзами. Прием оптометриста. «Оптика». Смотри на мир ярче. Кочетова, 30, Дом профсоюза. 605-27.
9 декабря состоится первый всероссийский юридический диктант, который проводит Ассоциация юристов России при участии Московского государственного юридического университета. Акция стартует 9 декабря ровно в 10 часов по московскому времени одновременно во всех регионах. Это значит, что в Хабаровске сядут за парты в 17 часов вечера, в Калининграде в 9 часов утра, а в Туве в 14 часов. Диктант проводится в целях повышения правовой культуры населения и рассчитан на всех граждан страны в возрасте от 14 лет. Текст диктанта включает в себя 30 тестовых заданий на знание основных юридических понятий, основ Конституции России, а также основ отдельных отраслей права. Общая сумма баллов за диктант – 100. Важно, что по итогам диктанта будет проведен большой анализ, какие ошибки люди делают чаще всего, какие кодексы остались вне поля зрения обычного гражданина. Появится возможность даже создать своего рода правовую карту страны, точнее карту правового просвещения. После ассоциация поможет гражданам провести работу над ошибками. 9 студентов получат именную стипендию ректора, сообщает пресс-служба Тувинского госуниверситета. Студенты, отличившиеся в учебе и общественной жизни, получат прибавку к стипендии от ректора. На именную стипендию теперь могут претендовать и студенты платного отделения. Среди стипендиатов – победители Всероссийского конкурса молодежи, председатель Совета иностранных студентов ТУВГУ и спортсмены. На основании решения стипендиальной комиссии она составит более 4,5 тысяч и станет неплохим подспорьем для студента. Министерство образования и науки Тувы и Тувинский государственный университет подписали соглашение в рамках реализации губернаторского проекта «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием». Данное соглашение дает возможность выпускникам-участникам проекта в течение данного учебного года пройти на базе ТУВГУ подготовительные курсы для успешной сдачи единого государственного экзамена и довузовской подготовки по двум направлениям на выбор. Это биохимическое и физико-математическое. На сегодняшний день набраны 30 слушателей со всех районов республики. Иногородним слушателям университет предоставил общежитие. Центр медицинской профилактики приглашает жителей Тувы принять участие в площадке здоровья, посвященной профилактике туберкулеза. Специалисты центра расскажут о профилактике заболевания и болезнях органов дыхания как факторов риска. Слушатели смогут не только прослушать лекции врачей, но и принять участие в практических занятиях. Также все желающие могут пройти флюорографическое обследование в передвижном пункте рядом с конечной остановкой в микрорайоне «Восток». Напомним, что по данным противотуберкулезного диспансера в Туве, ежегодно состоят на учете более 3000 больных с активными формами туберкулеза. Ежегодная заболеваемость около 600 человек. Более 15% больных туберкулезом относятся к лицам без определенного места жительства, деградировавших граждан, больных наркоманией и алкоголизмом. Республиканская специальная библиотека для незрячих и слабовидящих совместно с региональной организацией Всероссийского общества слепых провели конкурс «Лучшее сочинение шрифтом Брайля». Участники размышляли на темы «Моя родословная», «Экология и мы», «Мой лучший друг» или «Моя лучшая подруга». Сочинения были представлены рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля, не более 5-6 страниц на стандартной брайлевской тетради. По словам организаторов, мероприятие проводилось в целях социально-культурной реабилитации читателей-инвалидов по зрению – посредством приобщения к литературе рельефно-точечного шрифта и повышения грамотности и познавательного интереса читателей с нарушениями зрения, способствующие полному и гармоничному развитию личности. Умение защитить себя – это не только полезный, но порой и жизненно необходимый навык. Если вы хотите научиться самообороне, то приходите по адресу Ленина, 60, к Чемзырай Олегу Мангушевичу. В рукопашном бою происходит непосредственное соприкосновение с противником, возможно, с применением холодного оружия. В современной жизни встречаются самые разные жизненные ситуации. Бытовая пьяная драка в квартире, самозащита от хулиганов на улице. Я занимаюсь армейским рукопашным боем уже больше 2 лет и завоевал 1-2 место внутри клуба по соревнованиям по армейскому рукопашному бою. Хожу я сюда, чтобы постоять за себя в таком городе, как Кызыл, так как за углом может стоять много разных плохих парней, которые могут тебя обидеть. Как показывает практика, победу в схватке с большей вероятностью одерживают вовсе не могучие атлеты, а люди, имеющие широкий спектр навыков выживания. Олег Чемзырай обучает всех желающих – мужчин, парней, девушек и даже людей с ограниченными возможностями. Каждый должен уметь постоять за себя.
Я хочу сказать, чтобы девушки не боялись, чтобы они приходили сюда, научились приемам, научились драться, чтобы они впоследствии могли постоять за себя. Если вы за активный образ жизни, хотите научиться самообороне, иметь навыки рукопашного боя, то приходите к Олегу Мангушевичу по адресу Ленина, 60. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» напоминает, что действует акция «Приведи друга». Приводите своих друзей и получайте приятные бонусы. Компания «Отличные наличные» – старый друг надежнее, чем 10 новых. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах гололедица. В Кызыле облачно, без осадков. Ночью -24, -26 градусов, днем -16, -18. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма.